Период пандемии коронавируса я ходил и снимал пустую Москву. Большинство фотографов старались попасть в больницы, в красные зоны, на передовую. Я решил пойти немножко по-другому. Я подумал, что самым метафоричным будет показать пустые улицы Москвы, показать то, как люди самоизолировались в борьбе с коронавирусом и оставили город пустым. На этих фотографиях парк Зарядье, большой амфитеатр, березовая роща, стеклянная кора. Когда я в качестве руководителя авторского коллектива занимался проектированием парка, то зерном этой идеи было привлечение большого количества людей, создание места для пребывания, в общем, большой массы москвичей, гостей столицы. И надо сказать, что этот замысел удался. В первый же год парк посетило более 11 миллионов человек, потом цифры только росли. На фотографиях оглушительная пустота. Но нет худа без добра, и надо сказать, что это время стало для парка, кстати говоря, очень важным, и временем настоящего восстановления парка, когда парк действительно смог здорово разрастись. Крымский мост – одно из знаковых мест Москвы. Крымский мост с момента своего создания в 1938 году вдохновлял художников, фотографов и даже поэтов, которые посвящали ему свои произведения. Опустевший остров Балчуг. Это буквально несколько сот метров от Кремля, одно из золотых мест Москвы. Здесь изображен один из проектов нашей компании «Балчуг Резиденсис». К слову сказать, он спроектирован одной из звезд мировой архитектуры Хади Тегерани. Тоже очень рады, что из многих новых зданий в Москве, одного из немногих в Замоскворечье, Сергей выбрал именно это здание для своей выставки. Спасибо ему за это. Среди всех замечательных кадров, представленных на этой выставке, есть несколько особенно любимых для меня. Мы видим небольшую улицу, пустую. Она и в обычные дни не особенно забита. Но здесь все равно, мне кажется, ощущаешь вот то одиночество и ту ностальгию по той Москве, которую редко где уже увидишь. Это же что-то нереальное. Это же нереальные снимки Москвы, которые никто никогда не видел. Это вся эта работа и вся эта выставка, это сродни тому, как снять фонтан де Треви в Риме, который всегда и постоянно окружен большим количеством людей, и разогнать этих людей от фонтана совершенно невозможно. Это вид, который я вижу последние, наверное, 6 лет в довольно регулярном режиме. Вот буквально здесь, чуть-чуть подальше, находится офис проекта СНОП, и этот путь я прохожу каждый день, каждый будний день, идя на работу. Здесь не бывает такого, чтобы не было людей. Этот снимок потряс меня тем, что он был не похож ни на что, что я видела до того все время. В целом, глядя на выставку, возникает довольно странное ощущение от Москвы. Вопрос не только к этой фотографии, но и к каждому снимку здесь. Совершенно непонятно, то ли это декорации, неужели это на самом деле? Первая мысль, неужели это на самом деле? Может быть, это декорации? Если это декорации, то, наверное, какому-то фантастическому фильму. Дальше фантазия, безусловно, рисует невероятные сюжеты. Что тут может случиться такого, что людей нет, а такой прекрасный город остался? С другой стороны, я испытала удивительное чувство ревности, когда я увидела эти фотографии, потому что я подумала, ах, вот как, значит, моя дорогая Москва проводила время, пока я сидела в заперти. И мне кажется, проводила она время совершенно чудесно, если не прекрасно. Город наконец-то преобразился, мы увидели архитектуру, тонкие линии его. В этом смысле эта выставка, на мой личный взгляд, совершенно фундаментальна, потому что она фиксирует не просто маленький эпизод в жизни города, а она фиксирует конкретно историю, сюжет внутри большой истории, которую пережила наша планета и наш любимый город Москва.
Красная площадь, репетиция парада 4 мая. Над пустой площадью летят вертолеты. И что примечательно, площадь в этот день оказалась открыта для посещения. Если присмотреться, по площади едет курьер доставки еды. Такой, понимаете, казалось бы, торжественный момент, когда обычно на площади всегда все перекрыто, стоит техника, стоят коробки солдат. В этот раз она была абсолютно открыта для любого человека. И вот во время пролета вертолетов едет курьер. Эта фотография вызывает у меня личные ностальгические воспоминания, поскольку вот этот вот лев, он украшает ограду Дома ученых на Пречистенке. Когда-то давным-давно мама водила меня туда на абонемент по классической музыке. Сегодня от этого особняка, построенного в стиле неоклассицизма с элементами модерна, все еще веет ностальгией. Здесь у нас памятник Пушкину. С очень необычной точки. Все, конечно, привыкли его видеть снизу, таким грустно смотрящим на наше поколение. Но во время пандемии коронавируса я познакомился с реставраторами, которые мыли этот памятник. И после того, как они там сделали свое дело, я попросил их поднять меня на люльке с обратной стороны, чтобы передать вот это вот пространство, перспективу пустых улиц. И что интересно, оказалось, что Пушкин как бы смотрит на то место, где он стоял раньше. Вот здесь вот. На этой фотографии представлен Новый Арбат. И для меня это такой снимок, который невероятно точно отражает суть Нового Арбата для меня и для Москвы в целом. Потому что эти дома-книжки выглядят как воины, прорубившие огромную магистраль среди уютного небольшого и камерного города. Еще одна из работ великого художника – «Остановленная стройка». Абсолютно беспрецедентная история для Москвы. Никогда за все современное, да и уже, по-моему, больше 100 лет не вспомним, когда что-то подобное происходило. И здесь тоже великая пустота. Остановленные краны, ни одного человека. Грустно вспоминать это время, надеюсь, что никогда не повторится, но картинка запечатленная, она просто фантастическая. Мы наблюдаем интереснейшую веку, я считаю, в истории даже не только города, а вообще мира. Не знаю, делают ли другие города подобные проекты. Интересно, наверное, посмотреть в мировом масштабе нечто подобное, когда пустая планета. И я считаю, что сама эта выставка – это уже большой плюс, потому что мы посмотрели на город совершенно неожиданного ракурса, на пустой город, который иначе просто не увидишь никак. Жизнь течет, она быстрая, изменчивая. И вот эти мгновения, которые были пойманы, они абсолютно фантастические, они останутся с нами навсегда. Я никогда не мог себе представить, что на самом деле в начале года вдруг буду стоять вот здесь перед вами на открытии своей собственной выставки, которую мы сделали буквально там в течение 2 месяцев. Большое спасибо Музею Москвы за то, что приняли в свою коллекцию работы. Для любого фотографа это просто величайшие достижения, когда его работа, его документы становятся музейным экспонатом.